Всем привет! Сейчас я покажу вам, как правильно обслужить VUPU Drag X. Для начала выключите девайс. Возьмите новый испаритель и хорошенько прокапайте его со всех сторон и даже сверху. Установите испаритель обратно в картридж. Заправьте картридж и установите его обратно в мод. После всего вам нужно подождать буквально 5 минут, чтобы все отлично пропиталось и ваш испаритель не сгорел в первые секунды парения. Девайс включается и выключается при помощи пятикратного нажатия на кнопку Fire. Сочетание кнопок Plus и Fire блокируют и разблокируют кнопки управления. Сочетание кнопок Минус и Fire очищают счетчик затяжек. Троекратное нажатие на кнопку Fire переключает режим парения между смартом, то есть режимом автоматической подстройки мощности под сопротивление, и обычным Very Watt. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.